Новую коллекцию «Зимнее царство хохломы» представили в Нижнем Новгороде. Уникальные изделия были показаны театром моды под музыкальное сопровождение профессиональных артистов. Подробности узнаем прямо сейчас. У нас в гостях генеральный директор ООО «Хохломская роспись» Елена Краюшкина. Здравствуйте, Елена Валентиновна. Здравствуйте. Коллекция была создана под вдохновением от русской зимы, от новогоднего волшебства. А как она создавалась? Новогодние праздники, новогоднее волшебство всегда заставляет творить всех удивительных художников и творческих людей, поэтому наше предприятие не исключение. Очень много лет уже по традиции художники проводят конкурс, он называется «Зимняя сказка». И в рамках этого конкурса всегда появлялись и ранее очень интересные композиции, очень интересные изделия и роспись. И поскольку мы сейчас вот уже на протяжении второго года занимаемся созданием модных коллекций, конечно, тот творческий коллектив, который работал над созданием коллекции, тоже проникся духом новогоднего праздника. Эти эксклюзивные работы, они, с одной стороны, сохраняют явную тягу к традиции. С другой стороны, это светские и модные изделия. Это ваш принципиальный выбор? Это наш способ научиться быть модными. Потому что на самом деле хохлома, она имеет многовековую историю. И, может быть, кто-то уже от этих вековых историй устает. Молодежь и гламурные сообщества требуют чего-то нового. И в рамках именно вот этих вещей появляются такие эксклюзивные сочетания. Как бы старина объединяется с модными тенденциями. Ну и надо сказать, что коллектив наших мастеров-художников, я считаю, что за этот год значительно подрос. Потому что, окунувшись в моду, они стали сами модными дизайнерами. Они уже знают цветовые решения, которые используются в текущем сезоне. Они следят за модными тенденциями подиумов. Как это неудивительно, что наши художники к этому теперь проявляют интерес активный. Ну и в результате получается вот такой микс, который действительно становится изюминкой. Давайте узнаем, как оценивают модные тенденции участницы показа. Мы с удовольствием демонстрируем данную коллекцию хохломы. Вообще мы чувствуем, что мы выражаем современную русскую моду именно через хохлому, демонстрируя данные аксессуары. И это безумный опыт, который всегда нам пригодится в жизни. И мы очень счастливы. Елена Валентиновна, а в чем уникальность и новизна именно этой коллекции? Эта коллекция уникальна тем, что, во-первых, у нас в коллекции же представлены еще и платки. Да. Вот платки изготовлены полностью ручным способом, то есть даже ручная обработка края, использованы лучшие ткани, которые только есть, натуральный шелк очень хорошего качества. Затем один из рисунков, который называется «Зимнее утро», «Морозное утро», оно, конечно, использовано с применением серого фона, серого серебристого фона. В принципе, это достаточно новая такая тенденция для нас. И там были использованы различные краски новые, поэтому художникам тут пришлось потрудиться. Там добавлены новые формы сумочек, очень интересные. Это у нас и елочка, и Дед Мороз, и новогодний шарик даже представлен. Поэтому вот нам хотелось чуть-чуть тоже поиграть с Новым годом и сделать какие-то такие изюминки, очень приятные для праздника. А вот что говорит о коллекции председатель совета директоров АО «Хохломская роспись» Эллада Нагорная? Мы, конечно, расширяем свои возможности. Попробовали уже мужскую линию, если вы обратили внимание, это и бабочки, это и галстуки, это и запонки. Вот, мы пробуем новые материалы использовать в коллекции, дополнять это натуральными камнями. Сейчас время покупки подарков. Где можно приобрести вот эту красоту всю? На самом деле мы достаточно широко представлены в Нижнем Новгороде. И на различных площадках торговых можно встретить нашу продукцию. Какую? Конечно, в первую очередь хочу пригласить покупателей за новой коллекцией. Вас порадуют не только сумочки, платки, но еще и уникальная бижутерия, в которой мы в этот раз использовали натуральный жемчуг. Я думаю, он как нельзя, кстати, подойдет к новогодним вечерним нарядам. Также, конечно, очень
очень хочется удивить покупателей новогодней продукцией, именно с праздничной тематикой. Это бесконечные елочные украшения, это символ года собачки, это различные изделия, выполненные с новогодними рисунками. Конечно же, мужскую коллекцию предлагаем посмотреть. Это вы можете, мужскую коллекцию и бижутерию вы можете найти в нашем салоне-магазине «Жар-птица» в одноименном торговом центре. Ну и, конечно, сувенирную, новогоднюю продукцию вы можете встретить в художественных промыслах на Большой Покровке в магазине, ну и в нашем магазине также. А также приглашаем всех в новогодние праздники приехать к нам на фабрику, посмотреть на белый пушистый снег, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть, как работают наши замечательные художники. Спасибо огромное, Елена Валентиновна. С Новым годом, друзья! С новым счастьем! Увидимся в культурное время!